Հայաստանում այս հետ կիսում է սպորտի նկատմամբ ունեցած բոլոր տեսակի պատկերացումները և հուսով ենք այս մեկ տարին լինելու է ուժեղ և չեմպիոնական բոլորիս համար։ Միժան, ինձ թվում է շարունակես։ Чуть позже. Я рад всех приветствовать. Извиняюсь, что на русском буду говорить, потому что волнуюсь и могу где-то что-то пропустить и недосказать или сказать не так. Вот. Хочу поделиться сегодня с вами с хорошей для меня новостью. Для всех, ну, новость для вас, а для меня это событие не то, что на целый год, а событие года. Наше сотрудничество с Toto Gaming, и оно многообещающее в первую очередь для меня. И я сам себе даю слово и обещаю, вы увидите очень много хороших проектов. У нас есть очень позитивные и хорошие мысли по поводу развития спорта в Армении, армян. Мы хотим сделать спорт не только массовым и профессиональным. Мы должны сделать так, чтобы спорт в нашей стране и для нашего народа стало модой. И после этого вся наша нация будет крепнуть и становиться намного сильнее. И знаете, работать с такой командой – это большая честь для меня. Честно, я с большой гордостью буду представлять компанию Toto Gaming. И отныне это для меня не то, чтобы сказать сотрудничество. Это как работа с семьей, сотрудничество с семьей. Поэтому смотрите, что мы будем творить, я вам обещаю. Добрый вечер. Проектները վերաբերվելու են ոչ միայն սպորտին, մի քիչ բացեմ փակագծերը, նաև Միհրանի օգնությամբ խոսելու ենք սպորտում գենդերային անհավասարության մասին, այսինքն կարևորում ենք այն փաստը, որ սպորտը բոլորի համար է, և Միհրանը իր փորձով կիսվելու է մեր հետևորդների, մեր հանդիսատեսի հետ իր մտքերով կապված այս թեմայի շուրջ։ Սա դեռ տենց փոքրիկ փակագծերի բացում էր, բայց պատկերացումները, որ մենք ունենք միասնական սպորտի զարգացման ուղված, համընկնում են, ու վստահ եմ, որ այս մեկ տարվա ընթացքում ուղղակի ցնցելու ենք սպորտի նկատմամբ բոլորի պատկերացումները Հայաստանում։ В нашей стране есть не только сильные мужчины, да? Есть еще сильнее женщины. Все согласны со мной? Не, громче, а что вы стесняетесь, да? Так и есть. Так вот, как мы все знаем, что в борьбе, в женской вольной борьбе, что в разных видах спорта, я, конечно, не совсем, ну, болельщик штанги и бокса, и вообще ММА в женском виде спорта. Но, коль есть этот вид спорта и дозволено женщинам там выступать, так вот, девочки, тогда мы либо вместе, либо мы слабее. Поэтому нам нужно давать девочкам, женщинам тоже возможность и не стесняться этого, чтобы они становились как спортсмены, профессионалами, и точно так же приносили медали и зачеты, поднимали в рейтингах спортивную составляющую, как и остальные во всем мире, как японки, как россиянки, и вообще это одна из моих, так скажем, можно сказать, и задач, и моей мечты. Потому что, ну раз уж так есть, давайте делайте больше медалей. Между тем, что думаешь, стоит, не стоит, всегда надо делать одну вещь. А может нет, почему бы и нет? То есть, если ты пойдешь в зал, и если даже попробуешь стать тренером, да, если есть этот потенциал в тебе, стать каким-то более высококвалифицированным спортсменом, или... Да вы закончите. Или повысить свои навыки, нужно делать это, нужно пробовать. Потому что чуть позже мы все друг другу будем рассказывать, говорить, а прежде всего самому себе, что а вот если бы я попробовал, может было бы все по-другому. Поэтому между тем, что делать или не делать, а если не если, всегда есть одно. Почему бы и нет? Да, выбор есть всегда, в моем случае, но в этом случае... Ты думаешь, черт возьми, выбрали меня. Выбрали меня как лицо компании.
В этом случае выбрали меня. Это большая привилегия для меня, большая честь. В первую очередь, результаты именно. Компания и команда уже создает и будет создавать все возможности для того, чтобы я показал хороший результат. Исходя из этого, мы будем создавать новые проекты. Но для начала главный проект тем, что я побеждал в ближайшие бои. И подписали мы, наша команда, которая подписала контракт, это самая сильная организация в мире, не побоюсь этого слова, и все. Это мои цели, это наши цели. Первый проект.